Водитель автомобиля Infiniti не разобрался со схемой движения на круговом перекрестке. И снова третье рабочее. Неизменно и ежедневно заколдованное кольцо кругового перекрестка наказывает самонадеянных торопык, а с ними заодно и их невинных жертв. В этот раз под удар решившего проскочить попал автомобиль Toyota Plus. Его рулевой с пассажиркой на борту двигались со стороны улицы Шилкинской и, миновав перекресток, собирались держать путь дальше вдоль проспекта Красного Знамени. Маршрут прервался неожиданно и неприятно. Мы двигались вот сверху оттуда. Кольцо с Красного Знамени. Да, с Красного Знамени по кольцу вышли сюда и на проспект Красного Знамени. Ну вот человек нас. А он, получается, он ехал, да, военного шоссе. И прям нас со всей, со всего хода. Да. А? Ну, тряхануло хорошо. Голова и коленки. Вот она сидела здесь же, получается. Ее развернул, получается, еще как раз удар по коленям ударило. Да, ждем скорую, ГАИ. Девушка до приезда скорой чувствовала себя неплохо, несмотря на сильную боль в ноге. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую и приняли решение доставить ее в больницу для обследования. Рулевой Infiniti, спровоцировавший ДТП на топовом по аварийности перекрестке, охарактеризовал произошедшее кратко. Да всякое случается. С этим не поспоришь. Если пренебрегать правилами дорожного движения, случается действительно всякое, иногда непоправимое. В этот раз обошлось легкой травмой пассажирки, мятым железом и потерянным временем. В следующий раз может повезти меньше. Авария получила статус учетной.